Десятки лучших гонщиков со всего мира съехались в эти дни в Астраханскую область для участия в международном ралли-марафоне «Золото Кагана». Испытание для сильных духом, выносливых и рисковых. Соревнуются экипажи из самых разных стран, среди них Казахстан, Латвия, Финляндия, Туркмения. В расширенном составе представлены российские команды «КамАЗ-Мастер». Экстремалам за несколько дней предстоит преодолеть более 700 километров пути по астраханским степям. Из них около 500 километров, так называемый спецучасток. Задача – показать лучшее суммарное время за все этапы. Всем участникам, экипажам желаем, чтобы прошли с честью испытания самих себя, техники, и уверен, что проигравших здесь не будет. Все победят хотя бы себя. Гонка «Золото Кагана» проводится в Астраханской области с 2011 года.